11 сентября очередная тренировка в преддверии Кубка Приморья города Калышаны. У нас ребята приехали из Захарченко, Стас, Захарченко, Игорь, Кучеряна, Вячеслав, Громов Андрей. И тут еще парень один из Чемишлийского района, Владислав, спиной ко мне. И здесь справа у нас еще Олег Печенко. И новый тоже человек Игорь пришел первый раз на тренировку. Дима Степанчук. Все, начинаем работать. Все. Снимаем вас. Сегодня с утра уже провели соревнования в Красногорке, небольшие, в целях популяризации рестлинга в Днестровье. Там молодежь от 10 лет там встретились. Каждый раз у нас обновление состава на тренировке. Надо тут еще один стол принести, наверное. Еще не принесете стол тут? В коридоре. Ну, чуть побольше. А можете туда вот поставить. Да, туда будет. А, так, в ряд. Ну, хорошо. Вот еще третий. Сегодня у нас три стойки у нас. И все свободны. Игорь. У нас первый раз человек пришел, Игорь. Ознакомливается с техникой разминки. Паня, иди помоги там настроить. Так, постоянно. Давай.
Да, собралась. Я первую часть закончил.